Приветствую вас на канале AsmodaiPlay. Мы продолжаем играть Call of Duty Black Ops 2. Итак, а только что с авианосца, который загасили у нас, мы спаслись, а он на последнем транспортнике. За атаками дронов на ваши города стоит Рауль Менендес. Соединенные Штаты не вторгались в Китай. Мы все оказались пешками в руках Рауля Менендеса. Сделан по образу актера, но... Президент. Командор, который захватил Менендеса, вызвался возглавить вашу охрану. Он наш главный специалист по Менендесу. И он считает, что вам может угрожать опасность. Сэр, видим движение на земле. Группа противников. О, господи. Дроны. Они меняют курс. Лос-Анджелес. Так и знал, что слишком просто дался взлом целлериевого диска. Его цель — президент. Вертолет президента под обстрелом! На землю! Срочно вызывайте броню! Мы падаем! Итак, мне сейчас ее спасать. Госпожа президент, вы в порядке? Все. Точно? Я в порядке, да. Так. Доставить президента в убежище. Да не уебище, а убежище — это разные вещи. Не перепутать. Так, Кордис Ди, Лос-Анджелес, США. Сектор Окса. Вот жопа! Сэр, я не смогу помочь, если не успокоитесь. Сохраняйте спокойствие. Я дам вам обезболивающее. Тебе больно, что ли? Госпожа президент, дроны уничтожили борт номер один и ваш вертолет. Джонс, а что с остальными конвоями? Полиция доложила о столкновениях на улицах. Сотни вооруженных наемников одновременно нанесли удар по Лос-Анджелесу. А количество жертв? Центр эвакуировали. По первым оценкам, ниже ожидаемого. Слава богу. Мейсон, что будем делать дальше? Госпожа президент, мы доставим вас в убежище под отелем Бонавантюр в центре города. Джонсон, выведите на улицы войска и разберитесь с дронами. Командование НУРАД отправило 200 истребителей. До прибытия 5 минут. В этом и был план Менендеса. Ликвидация лидеров двадцатки подорвет власть капиталистов по всему миру. Так, воу-воу-воу! Что за теракты? Здорово. Обломки. Обломки. Так. Тебе еще труп. И еще... Господи. Свалился. Да не свалился. Свалился — это разные вещи. Так-так-так. Та-тан-та-тан. Я живой. И президент жива. Увести президента в укрытие. Ну, давай. Вытаскивай меня тут. Руку бы хоть подал. Вау. Тихо. Тихо, тихо. Ага, так это все-таки должно быть. Они приближаются, сектор. Я не вижу их пока. Надо избавиться от дронов. Да как избавиться-то? Я их не вижу, если. Так. Если бы я их где они? По этим координатам ни хрена ничего не видно. Стреляешь на обу. Так, я помер. Они приближаются. Так, так что-то я сбил. Оно хоть автоматически. Как оно действует вообще? Нас
Да тихо вы. Это ж невозможно их поймать. Самонаводящиеся хоть? Самонаводящиеся, видимо, были. Потому что так их невозможно поймать. Давай, прыгай. Умница. Да, ой. Чуть без ног меня не оставил. Отвечаю на сигнал бедствия. Жду приказов. Андерсон, мы направляемся к убежищу с президентом. Займи позицию в воздухе, веди наблюдение. Так точно. Только учти, кроме меня поддержки не будет. Остальные из эскадрильи либо погибли, либо ведут бой с дронами. Понятно. Агент Сэмюэлс, другие машины конвоя на ходу? Прикрывать, спуститься. Давай, я лучше спущусь. Вот так. Опа. Защищайте. Иначе в живых никого не останется. Давай. Так, свой чужой не опознается, да? Вижу их! Где ты? Тихо. На. Так. Перезарядимся. На. Перезарядимся. Так. Нет. Окей, да? Мне придется. Так, добраться до бронемашины. Прекрасно. Задние машины свернули, как только нас попали. Так, надо дышаться. Хрен там, дали отдышаться. Почти что прямое попадание, куда уж мне. Бежите по рации, выясните, что с другими конвоями. Где он? Задние машины свернули, как только в нас попали. Так. Министр обороны Петреус в безопасности. Так, а где я должен зайти-то? Пересадите президента в среднюю машину. Будем драться за каждый метр. Тихо, я не вижу вас. Я вас не вижу. Да. Спокойно. Где он? Нет. Уезжай! Да я с радостью! Не оглядывайся! Да. Да. Так это я собираюсь сделать, ты что думаешь, я сверну даже сейчас. Можете даже не рассчитывать, что я сверну. Давай. Да мы знаем, мы видим. Так. Андерсон, как сильно пострадал центр? Сильно, центр. Большая часть города превратилась в военную зону. Не знаю, сможете ли вы проехать через центр. Пока не знаю, но узнаю. Так, а вы-то куда? Вы что, сможете расчистить дорогу, что ли? Разобьем. Твою мать. Ничего страшного. Пока что жив. И это самое главное. Ну, что это за глюки-то? Как будто грибов нажрался. На самом деле это же не так. Даже контузия. Ну, контузия, хотя может быть такая, может быть. Откуда я знаю? Зрение-то точно пропадает иногда. На время.
Вот это я знаю. Синий маршрут под угрозой. Повторяю, синий маршрут под угрозой. Всем конвоям избегать района стадиона. Ждите новых данных. Это что, у меня руль? Едем по улицам. Перегруппируемся по дороге. Так. У нас РПГ на всех крышах. Я пытаюсь. Андерсон! Давай, вали его. Катапультируйся, если что. На. 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 Что-то я понять не могу. Сколько в тебя надо зарядов выпустить? Так. Вау, вскрыть. Конечно, вскрыть. Что-то я наудачно на дроны. Как я раньше-то не пользовался-то? Да. Давай. Да, вот так. Уничтожить. Так. На. Так. Так. Вот так. Восполним боезапас. Сюда, сюда, сюда. Так, это мой? Хрен там мой. Откуда им тут взяться? Ты-то что лежишь? Уничтожить опять. Какое подкрепление это? Еще одна шагающая хрень. Если еще кто-то из иностранных лидеров погибнет, последствия будут катастрофическими. Тихо. Блин, ничего, надо было РПГ оставлять, что ли? Да беги! Так. Пополнили. Пополнили. И на. На. О-о-о-о. Чуть не попался. Есть. А, боезапас. Комплект мне нужен. Все. Это мои, да? Это чужие. Все нормально. И кто там хреначит? Есть. Так, тихо.
Вы мне нужны еще будете. О-о-о-о. Спокойно. Кто еще тут есть? Так. Вот он, смотрите. Клоун. На крыше центра зенитная турель. Сможешь от нее избавиться? Да. Президента Франции попало в окружение неподалеку. Ты ее видишь? Противник ведет огонь по бронеавтомобилю рядом со стадионом. Во. Это они. Отвлеки, я уже иду. Тихо. Да где она? Я не смогу долго их удерживать. Им конец, если ты не появишься в ближайшее время. Так. Ну вот он, я пришел. Тихо. А где ты? Блин, машина. Машина — это плохо. Машина, то есть это хорошо, а плохо, что она взорвалась у меня за спиной нахрен. Или сбоку, откуда она? Да. Так. Садись. Присаживайся, чувствуй себя как дома. Я, правда, не хотел, чтобы ты вообще прилетала. Здесь опасно. Кровотечение. Долго не выдержу. А как я могу помочь? Кто-то где-то что-то... Дом падает! Ох! Так, ну это, я понимаю, сюжетное, потому что иначе как? От дома же не увернуться. Оп. Открываем глазки. И что мы видим? Блин, опять коматозное состояние. Твою мать, Андерсон, в нее попали. Не знаю, насколько серьезно. Так. Да вроде пока ничего нету. Ага, ага. Ну ладно. Андерсон! Спасите. Проследите, чтобы выжила. Давай, 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 давай. Она должна быть цела, вам понятно? А я пока за нее полетаю. Ой, блин, это еще управление самолетом, поди, говенное тут. Идентификация. Нейсон, Дэвид. Замена приоритетов. Альфа, Дельта, Эхо, Икс-Рей. Проверка завершена.
Начинается цикл запуска. Alt. Системы управления, навигации, связи и телеметрии. Так, используй для передвижения, цельтесь при помощи обзора мыши. Исправляется. Мы не доедем до цели. Займелс, я на истребителе. Окажу поддержку с воздуха. Отслеживаю ваше положение. Держитесь. А куда мне надо? Я не понимаю, что, как он... Вы не... Ну-ка. Надо управление посмотреть, как эта хрень управляется. Как я понимаю, так. Вот как она? Так, пробел, нет. Альт, нет. Как эта хрень вообще должна? Следовать. Ну давай. Надеюсь, это... Давай налево! А, мне защитить их надо, наоборот. Блин. Да тихо вы. Да где? Так. Ой, да я еще и так могу. Куда надо сворачивать? Бля. Так. Это управление дебильное. Так, ну ладно, вот мы идем. Защищайте. Защищаю. Давай. На. Вот так вот тебе. Давай. На. Куда ты поворачиваешь? А почему мне не сказал, что ты поворачиваешь? Да вижу. Двигатель восстановлен. Режим полета с неподвижным крылом установлен. Я не знаю, что это такое. С подвижным, с неподвижным. Блин, где? Где вы? Где? Противник нейтрализован. Давай. Текущей скорости. Блин. Следовать. Тихо. 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 Это хрень полная вот эта вот летающая. Высота зафиксирована. У меня тут все горит. Давай. Надеюсь, они самонаводящиеся. Отсюда валим. Надеюсь, оно так и должно быть. Надеюсь, я прошел вот этот летающий идиотизм. Ой. Фантастика. С такой высоты выжить.
без парашюта. Парашют-то, как я понял, что-то не сработал очень-то уж. Блин. Храбрый был поступок, солдат. А то. Старался. Кроссы или туфли. Идем далее. Мадам президент, теперь мы знаем, как Менендес все это провернул. Теперь ясно, что Менендес хотел, чтобы его схватили и доставили на Обаму, где он и нанес удар. Троянский конь. Одиссея. С помощью целлериевого устройства он заразил наши внутренние серверы вирусом, который поразил всю военную спутниковую инфраструктуру. К сожалению, дронами все еще управляет он. Он использует спутники связи по всему миру. Какие у нас варианты? Никаких. Хорошие новости тоже есть. Мы отследили источник сигналов. Гаити? Аксо уже в воздухе. Таити! Приземлимся за 10 минут до времени Че. Таити, Таити. Как быстро дроны доберутся до остальных городов? Не были ни на какой Таити. При текущей скорости и траектории примерно за 10 минут до времени Че. Нас здесь неплохо кормят. О, господи, да. Как же Китай? Вот так. Ну, все дипломатические связи разорваны. Но, как видите, Пекин, Шанхай, Гонконг в такой же опасности, как и мы. Вот и все? Неужели конец? Госпожа президент, да поможет нам Бог. С бомбами. Господи, люди придумывают сами себе. Судный день, западное побережье Гаити. Придумывают сами себе геморрой, потом сами же от него хотят защититься. Что за идиоти? Ух ты, я летун. Я мотыльком буду. Как мультик про ослика, которых мечтал стать мотыльком. Все в порядке, сектор. Будь чист. Внимание, мы получили несколько заданий. Нейтрализовать сигнал, управляющий дронами. Уничтожить или захватить объект Рауля Менендеса. Ну давай. Давай, открывай. Бумк, бумк. Ну это понятно. Давайте. Черт, еле принесло. Ну знали же, что там взорвать будут. Вот только что нас взорвут, и это я не знал. Чем-то судный день напоминает, как фильм-то про инопланетян. У тебя там труп в костюме. Прыгайте, прыгайте. Блин, водил жалко. Неплохие парни были. Контролирую снижение. С чего бы это? Ничего я не контролирую. Свобода и падение. Затяжной прыжок. О, как я могу через облака что-то контролировать? Ничего же не видно. Уходи от ракет. Плюс обломки. По мне он стреляет кто-то из чего-то. Да ё-моё, через рыв. На такой скорости любой обломок в шлем и ты труп. Вот, что я требовалось доказать. Что я требовалось доказать? Контролирую. Уходи от ракет. Куда отходить-то? Да. Сначала влево. Потом вправо. Кто бы еще знал, куда эти ракеты полетят. Опа. Вау. Это что за база? Не то ли, которую мы защищали? Не, не похоже. Так, это опять я куда-то лечу. Хопа. Помер. Группа поддержки 1, доложите обстановку. Заняли позицию по западному флангу, зона издания. Группа 2, вы на месте? Так точно, на позиции с востока, параллельно вашему маршруту. На крышах 300-х зданий. Вас понял. Главная группа идет на юг. Связь по необходимости. Войска с тыла не успевают приземлиться, их уничтожают.
Не знаю, что такое, но... лазеры на крышах. А, квадрокоптеры тоже? Я думал, что-то не за нас. Ой. Ничего себе прицел. Ничего себе прицел. Так, ладно, ладно. Я думал, квадрокоптеры за нас. Так, у меня плюшек-то никаких нету. Пойдем по дальнему пути. Точно, на позиции с востока, параллельно вашему маршруту. На крышах 300-й зданий. Вас понял. Главная группа идет на юг. Связь. Обошли. Войска с тыла не успевают приземлиться, их уничтожают. Спокойно, спокойно. Нейтрализовать зенитные лазеры на крышах. Бить квадрокоптеры. Тихо, тихо. СПГ на южном мостике. Тихо, тихо, тихо. Где они? А я как эту вот хрень-то ликвидирую? Так. Тихо, 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 тихо. Блин. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Блин, я не смог свалить. Ладно, попробуем по-другому маленько. Квадрокоптеры, блин. Вон они. Проблему-то мне создают. На. Так, 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 не пойдет, так, ладно. Может, где-то что-то можно взломать и как-то по-другому разрулить. Так, эту хрень не взломать. Так, ладно. Перепрыгнуть, перепрыгнуть. Пробуем, пробуем, пробуем. Пошел, 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 пошел. Так. Наша задача прекратить передачу и убить Менендеса. Где еще? А ты падла. Вот так вот с вами. Со всеми. Где моя винтовка? Мега мощная. Я вас всех выведу на чистую воду. Спокойно. Я прям ощущаю. Фибрами всеми. Вот откуда, откуда, откуда это могло прилететь? Следующий. На. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, куда мы забежали? Что у нас здесь есть?
девушка, чё ж. Ладно. Кто еще тут есть? Кто? Вскрыть. Вскрываем. Что у нас здесь? Что? Ты мне дашь? Вау, управление. Кинетическое оружие активировано. Внимание, вызываю гром и молнии. Где вы? Сейчас вы отхватите всей толпой. Только не вижу, куда пока еще долбану. Ну, долбану, так долбану. Да тихо вы. На. Ты меня еще долбить будешь. Так. Это свой. Противник на мостике. Проходим через отдел снабжения. Проходим. Противника оптический камуфляж. Понял. На. Снайперы. Открывшись западного здания. С мостика. Наверху вражеские стрелки. Тихо. Переживем. Вон они. Так, нормально? Блин. Тихо. Чуть опять не сдох. Где-то какая-то Катюша стреляла. Спокойно. Вот она. Приближается гиперскоростной снаряд. Всем укрытие. Бум. Все. Не останавливайтесь. Вверх по лестнице. Нужное здание прямо по курсу. Тихо. Во, вот. Все. Что у нас здесь есть? Я вот поменяю вот это на вот это. Пока что. Спокойно. Сматываемся, ждем. Бу. За стеной, ничего страшного. Ага, вот он. Я так и знал. Не могло без тебя обойтись это. Уничтожим, надеюсь. Спокойно. Бежим.
блин. Промазал, да? На. На. Мишка косолапый. По лесу идет. Все за мной, прорываемся в здание. Шишки собирает, песенки поет. У нас тут проблема с шишками. Враг наверху. Да, вижу я, что враг наверху. Не стреляйте, наверху наши. На. Тихо. Шумел, шумел. Подзаправимся. Тихо, 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 тихо. Кто там? На. Нормально. Первый, второй. Сюда, вниз по лестнице. Вау. Не беги. От пули умрешь, уставший. Спокойно. Мы уже здесь. Мы уже тут. Туточки я туточки. На. 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 Что там? О, вскрыть можно. Или даже нужно. Плюшка. Так. Та-та-та-та. Опа. Вражеский АСД перепрограммирован. Да? Это который я уничтожил, поди. Ладно. Нормально пока. Останавливайтесь, транслятор прямо впереди. Основная группа обнаружила источник сигнала. Группа 1, доложите обстановку. Че, гась от нас, лоб, че. Группа 1, переключайтесь на контрольный пункт. Территорию надо изолировать. Понял. Где еще? Дебил. Сам же от себя же. Ой. Вот что с дураков взять? Что с них взять? Сам себе враг. Да. Так. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ой-ой-ой-ой-ой. Последний шанс. На наших похожих. Спокойно. Спокойно. А что, он не убит, что ли? А почему его не убили? На меня надеялись. Черт. А, консоль сдохла. Что там у тебя? Можешь войти? Вот дерьмо. Рауль Менендес передает вживую через интернет. Он сейчас онлайн. Роскошь — это грех. И мы должны расплачиваться за нее. Лос-Анджелес был флагманом их абсурдного материализма. Не пускает. Скрой систему. Уничтожил. Столько людей внизу уже понабежало. Они думали, что я хочу убить президента. Госпожа президент, я уже миллион раз мог вас убить. Правда? Я хочу, чтобы вы это дронами управляют несколько. Что? Сэр, мы больше ничего не можем сделать. Мы не в силах вернуть управление дронами. Сегодня 2 миллиарда людей живут. Он готовится к удару по Нью-Йорку. Надо его остановить. В абсолютной нищете. Страдая от войн. Какого хера? Он вызвал самоуничтожение дронов. Госпожа президент. Зачем? Вы лишились своих военных машин. Ваша армия парализована. Вам нас не остановить. Кардиздей, восстань, пока они еще не поднялись с колен. Так. Так, что за хрень? Выходим. Ударь! Ударь! Сектор! Изо всех! Сил! Стойте! Не трогайте его! Ой, красавчик. Ну-ка, уйди от меня. Охо-хошеньки-хо-хо. Сектор, говорит группа 2. По всему комплексу проходит серия взрывов. Это Менендес. Он пытается уйти, отвлечь от себя внимание. Всем на чистоте. Всем контрольным пунктам задерживать каждого, кто пытается покинуть квадрат. Даже те, кто в форме. Так. Спокойно. Спокойно. КПП-4. Нам приближаются неизвестные лица. Так, 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 так. Бросайте оружие! Бросьте мне координаты КПП-4. Господи, надо потихонечку, потихонечку. Приказано никого не пропускать. Стойте на месте. Еще. Стреляют все. Посюда я не пройду. Тихо. Где? Вау, 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 в камуфляже. Тихо. Так, мне надо оружие менять. Опа, опа, пулемет. Да. У меня есть пулемет. Тихо, спокойно. Ой-ой-ой. Беги. Блин. Калич, бегать не умеешь, что ли? Группа 2. По всему комплексу проходит серия взрывов. Это Менендес. Он пытается уйти, отвлечь от себя внимание. Всем да. На чистоте. Всем контрольным пунктам задерживать каждого, кто пытается покинуть квадрат. Даже тех, кто в форме. Где кто? На. Вы думали, я вас не замечу, а я вас заметил. Надо сюда. Приказано никого не пропускать.
вас что здесь? Ну так атакуйте их. Вот я помог вам. Кто еще есть? Спокойно. Восстановим дыхание, кровеносную систему. Неплохой пулемет, неплохой. А самое главное, еще и с глушителем. Так, сюда. Ниндзи нет. Ничего не взять? Нет, ничего не взять. Не туда. Сюда. Ага, аккуратней. Это что тут стоит с ножкой? Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Где еще есть? Нет. Постоим. Мы не спешим. Так, надеюсь, помогло. Так, а куда? Тихо. Кто тут? Куда? Напрямки бежать. Ага, наверх бежать. Только наверх. Еще. Вот там со стволом торчит. Давай. Блин. Подбил. Ладно. Стой. Так. Последний магазин или последняя лента, как правильно назвать? На. Сам себе нагомнял. Хорошо, сам себе нагомнял. Спокойно. Не надо лишних слов. Не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Да ешь твою мать-то. Да этой нет еще гранаты. Хоп-хоп. Вот так вот. Так, видео пошло. Тут я не причастен. Сделать ничего не могу. Хоп, как акробат, подтягивайся. Гимнаст. Ждет. Давай, за пистолетом. Блин, он меня пристрелил.
Так, ладно, еще разок. Даже не настолько... О, кстати, пистолет-пулемет, может быть. А как, если он не делает? Он не направляет на него. Первый это вот без проблем. Давай, на тебе. Ножом в ногу, ножом в шею. Но он же еще не помирает. Но я-то готов, давай. Ну, стреляй. Ну. Я стану мучеником за Кордис Ди. Нет, застрелю тебя. Вот так. Никакого плена. Один раз мы тебя уже пленили. Или как ты там выбежал? Неизвестно. Итак, предателя бы еще расстрелять бы, тоже бы хорошо бы было. Ух ты, это кто? Это ребенок. Спасли мы ребенка или не спасли? Боевые дроны, маленькие квадрокоптеры. Что за вспышка-то была? YouTube. Это видео запустится, когда меня убьют. Кордис Ди, хватит ждать и таиться. Моя смерть рассеет вездесущую тьму. Похоже, они какие кладбища. Ну, смотри на дело рук своих. Ну что ж, как понимаю, на этом все. Игра была пройдена. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте Интересно. Комментарии. Он любил тебя, парень. Знаю. Да, на кладбище только и разговаривать о том. Такова цена за то, чем мы занимаемся. Ну, ты-то лично чем занимаешься? Сидишь в кресле давным-давно. У тебя там сколько времени прошло? Че, в старика застрелишь? Теперь все, сержант. Вот так оружие и оставляют. Или сам застрелится сейчас. Он рад это слышать. Спокойненько не болтаешь, сержант? Не. Они со мной говорят. Что, пистолет оставил? Берите, кто хотите, что ли? Вот тебе и оружие, пожалуйста. Направо, налево, разбрасывайся. Ну, увидимся в следующем видео. До свидания.